Возможно, ты устал сражаться. Возможно, тебе хочется упасть, забыть про все и просто сдаться и медленно идти назад. Твои проблемы невозможны, никто не может их решить, и люди все, как будто слепы, идут, не замечая вас. А ты болеешь и страдаешь, врачи не могут вам помочь, лекарства нету, умираешь, уходишь в жизнь, и нету слов. Возможно, ты погряз в долгах, и ты не можешь их вернуть. Работы нет, и денег нет, и ты от этого устал. Возможно, ты зависим стал от разных неприличных сцен. Твои журналы, интернет, погряз в грехе, победы нет. Проблем хватает на земле, наркотики, аборты, СПИД, долги, болезни и грехи. Они не могут просто так уйти. Надежды нет на человеков, они не в силе вам помочь. Есть то, что человек не может решить, исправить и забыть. Но с нами Бог, и Он всесильный, Его могущая рука не сократилась, не иссякла. Она прекрасна, как всегда. Только Господь нам даст победу, только Господь решит проблему. И Иегова наш, и наш Спаситель готов прощать и принимать. Но часто мы не верим в Бога, и мы забыли про Него, оставили Его в сторонке, решаем все своим путем. Надеемся мы на человека, на наши деньги и дела, на мудрость нашу и на славу, на то, что мы авторитетны стали. А где же Бог? Где наш Спаситель? Где наш помощник и судья? Где тот, кому ты обещали словом, что будем верны до конца? Забыли мы про обещание, и нам не хочется так жить. Мы ходим в церковь в воскресенье. На этом все. Нам некогда служить. Давайте вспомним обещание и вспомним с Богом наш завет. Как было нам тогда прекрасно. Хотелось Господу служить. Мы всех любили, всех прощали. Долги, обиды и дела. Мы каждый день Христу молились, читали Божьи мы слова. Что стало с нами в этом мире? Где вера наша? Где дела? Где стойкость наша? Где отвага за имя Господа Христа? Пора проснуться нам, друзья, пора нам Господу служить. Конец так близок, так реален, что нету времени так жить. Приди с Христу с открытым сердцем, и Он поможет, друг, тебе, решит, исправит все проблемы и силу даст вперед идти. И ты, христианин усталый, приободрись и перестань стонать. Отдай Христу твои проблемы, возьми свой меч и хватит спать. Господь дал все нам для победы, и грех не властен над тобой. Ты сильный, ты готов к сражению, и Бог всегда, всегда с тобой. Не унывай, мой друг, сегодня, доверься полностью Христу, ведь Он наш Бог, Он Бог всесильный, Он за тебя, и значит, ты Его дитя. Слава Богу!